Во Владимире на пожаре в многоэтажке пострадала женщина. В 9:00 вечера 19 октября на пульт спасателей поступило сообщение о возгорании в квартире одного из домов на Верхней Дуброве. На месте пожарные установили, что в квартире на плите дымилась сковорода со сгоревшей пищей. Спасатели выключили газ, сковородку опустили в раковину с водой. Без пострадавших не обошлось. В задымленной квартире пожарные обнаружили хозяйку. На месте происшествия была обнаружена женщина 1972 года рождения. Пожарные вынесли пострадавшую на улицу и спасли. Она получила отравление угарным газом и госпитализирована. В настоящее время ее здоровью ничто не угрожает. К ликвидации последствий происшествия привлекались 5 единиц техники, 13 человек.